Я перезашел в игру, и сейчас мы будем валить на гелике. Так, вы, наверное, уже догадались. Валим, 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 валим на гелике. Валим, валим, валим на гелике. Че вы меня стопите? Почему тут бибикать нельзя? Валим, валим, валим на велике. Прикрепили ему шилду от гелика. Да, перезали вон, так сказать. Поэтому валим, 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 валим на гелике. Валим, 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 валим на гелике. Гелик, прости меня, Гелендваген, что мы тебя немножечко разбили. Что с нашим Гелендвагеном не так? Вообще жесткая гелендвагеновская порода. Что-то я вообще сказал, даже не понял, что. Да куда? Вот эти люди, точнее, боты, которые прям передо мной перестраиваются. Просто трындец. Ну. О, да-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 да. Хорошо, хоть они тут с разной скоростью ездят, а не как в российском симуляторе, там, каждый со скоростью 60 км в час. Нифига себе, как я... Ёлки-палки, как я несусь! Какого фига вы это видели, ребят? Короче, вот, я хотел вам показать, как мы валим на гелике. Ну, а если вы хотите сами в это поиграть, то скачивайте Driving Zone Germany. Не реклама, просто советую. Очень хорошая игра. Ладно, всем спасибо за просмотр. Вот так вот сразу с вами и прощаюсь. И всем пока-пока.